вести какой-то итог. И еще раз большое спасибо вам. Нур Рахмат, я вас всех люблю. Песня «Туған ұят», стихи Танзили Кентиловой, музыка Альфия Агеевой. Исполняет лауреат конкурсов Ирандык Мондары Олон Көй Арсен Каримов. Моменты. Сколько именно исполнилось Альфии Агеевой? 35. 35, молодец. А еще? 55. 55. А другие варианты есть? 40. 18. Ага. И немножко, чуть-чуть. 25. Она всегда... Если вы ее слышали, то у нее любимое выражение, что старость ее не застанет дома. Я в дороге, я в пути. Да, вы правы. И поэтому ее концерт как называется? Минюлда. 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 То есть все еще впереди. И поэтому в дороге встречаются люди, бывают, которые попутчики и дальше с тобой продвигаются. Есть те люди, которые как бы потом остаются на других остановках, но всегда остаются в душе те моменты, которые связаны... Ну, самые теплые воспоминания, когда вас и до старости будут их вас преследовать. Это какие воспоминания? Когда? Только хорошие. Хорошие. А вот, вот когда вам грустно или теплые, хорошо, теплые, что вы... Теплые будут. А какое время в вашей жизни, вот там, теплые, самые лучшие воспоминания? Весна. Весна. Еще? День рождения. День рождения. А вот пока там, ей же 18 и несколько месяцев. А вот в какое Новый время год. У нее? Новый год. Творческие моменты. А эти творческие моменты, вот порыв, когда у нее идет, пишет она, когда вспоминает о чем, о ком? О любви. О любви. А любовь когда первая приходит? Весной. А когда вот к вам пришла первая любовь? В детском садике, в школе? В юности. Но в большинстве осознанная такая первая любовь – это школа. Наверное, многие знают, что она по профессии учитель. Она была завучем многие годы, то есть непосредственно тесно общалась с детьми. И вот эта вот как бы линия, общение с детьми у нее как бы и дальше накладывается на всех людях. То есть ко всем к нам, кто ее в творческом объединении, мы чувствуем ее вот заботу материнскую. То, что она всегда нас, если вот мы сегодня уедем, она еще завтра нам перезвонит, скажет, как у вас дела, как вы себя чувствуете. То есть вот материнская ее забота всегда присутствует. И песни, которые она пишет, есть воспоминания, одна из песен – это «Одноклассники» называется. То есть у нее была лучшая подружка, это была соседка. И через 15 лет они только встретились, после того, как закончили школу. И она написала об этом песню. Ну и наши... Технические неполадки. Одноклассники. Молоток. И вот предыстория этой песни я вам как раз сейчас рассказала. Сейчас будет в первый раз вы услышите эту песню. Премьера. Премьера, вы правы. Премьера. Но еще
необычное. Вы все знаете, что я веду вечера, еще я в Алтанае танцую, но Альфия меня сподвигла к такому рискованному шагу. Я записала эту песню. И вот к вашему вниманию сейчас я представлю эту песню. Не судите меня строго, у меня нет музыкального образования. Вот.
Давайте представимся, как вас зовут? Я. Алтынай. Скажите, а вот пришли на праздник, какое у вас сейчас настроение? Хорошее. Веселая. А скоро Новый год. Вы уже готовитесь к Новому году? Да. А кто что приготовил? Ты елку приготовила, молодец. Я тоже елку. А какие-нибудь стихи вы приготовили для Дедушки Мороза? А давайте попробуем. Потренируемся. Завтра же у вас елка, правильно я помню? Так. И вот, чтобы Дедушка Мороз завтра вам подарки дал, надо сейчас потренироваться. Хорошо?
у ручья называлась. Ну, у нас самые, наверное, теплые, самые нежные чувства – это к маме. Тема мамы у Альфии Агеевой, ну вот, проникнута с любовью, с нежностью и с грустью, конечно. И когда я побывала у нее на родине, в ее родном доме, где она жила, то чувствуется, вот, когда материнское тепло сохраняется,